Мы вітаем вас у эфире «Беларусь 3». У ближайшие хвилины калейдоскоп культурных новин, ведомых имен и цікавых фактов. На календаре 25 студзеня. И на початку программы про святочные подзеи этого дня. Сегодня мы отзначаем одразу два святы, которые с тягом часу объединялись у одно – Татянин день и День студентов. Православная церква в этот день шануя святую Татьяну Римскую, раннехристианскую покутницу, якую подвергли переследам и катаваням за веру еще в 3-м стагодзе при императоре Александры. И так здарылася, что менавіта у Татянин день, 25 студеня 1755 года, российская императрица Лизавета Петровна подписала указ про створение Московского университета. И Татянин день стал официальным университетским днем. С тех часов святую Татьяну лечить еще и заступницей усіх студентов. Далее звертаемся до культурных подей этого дня. Сегодня у Великом театре Беларуси глядачов чекает уникальная постановка – балет «Каханье и смерть» на музыку Паллады Бюльбуль-Аглы. В его основе национально-азербайджанский эпос, включенный в список духовной спадщины ЮНЕСКО. Але ж уникальной эту постановку робить не только философский и метафоричный змест, але и сама музыка. Тут головными робятся ударные ритмы, которые вельми шануются у Азербайджане. С цікавыми и загадковыми местами нашего Великого театра оперы и балета, которые недоступны звычайному глядачу, познакомились наши корреспонденты. Пропануем и вам зазирнуть за отворотный бок сцены. Ніхто не можа даць адказ на пытанне, колькі касцюмаў захоўваецца ў тэатры оперы і балета. Зразумела адно – сума астранамічная. Непасрэдна перад пэўным спектаклем касцюмеры прыносяць уборы герояў у грымёркі, галоўных артыстаў або ў агульныя касцюмерныя хору і балетныя трупы. Вот у нас касцюмы Кармен. Это Кармен, когда она в таверне поёт свою сигидилью. Это костюмы подружек Кармен, Мерседес и Фраскита. И вот это вот. Увесь остатний час костюмы заховываются под куполом Великого театра. Тут вам уборы на спектакль «Любовь и смерть», «Шелкунок», «Аида», «Паяцы», «Пиковая дама». Там практически история нашего театра. Вось так выпадково у холодном помешканні под дахом театра на здымочную группу опранули одень из Макбет. А это значит, доследовали мы костюмерную по-королевску. Мы работаем с этими, с костюмами и с людьми. За кулисами рыхтуются до Испании у миниатюры. Спектакль «Кармен». А это значит, что на укол мелькают разнокаляровые спадницы с валанами, мантильи, шалики, а так само элементы национального испанского костюма – махо с плащами и шляпами. В данном спектакле приблизительно 250 костюмов, потому что есть несколько переодеваний, я не говорю уже о главных действующих лицах. Хор тоже переодевается несколько раз, они одевают одни костюмы, потом переодеваются в другие костюмы. Лабірынты касцюмернай уражваюць. Нягледзячы на яе памеры, высветлілася, што тут захоўваюцца тэатральныя ўборы толькі са свежых пастановак. Касцюмы за ўсю вялікую гісторыю існавання тэатра папросту былі або перашытыя, або спісаныя ва ўніверсітэты для заняткаў студэнтаў-тэатралаў. Цікава, што некалі ў самім оперным быў тэатральны інстытут, дзе старэйшае пакаленне акцёраў расціла маладую гвардыю сцэны. У Республиканском театре белорусской драматургии сегодня презентуют спектакль «Немое каханье» – театральный эксперимент, у яким сполучаются проникненные спевы, динамичные танцы, пластика и романтичная сюжетная линия с мотивами казочной истории. Постановка является авторским проектом заслуженных артиста Беларуси Игоря Сигова. История, рассказанная глядачам, отбывается у модным ночным клубе, где пануют обыяковость, цинизм и суперництво, где люди с тяжкостью разумеют, что изменить свет может только каханье. Что еще интересного этими днями отбывалось у Республиканском театре белорусской драматургии, пропануем доведаться с наступного сюжета. Республиканский театр белорусской драматургии начал святковать свое сценичное 25-летие премьерным спектаклем про пошук дороги до себе. Беларусь – дидактика. Это, перш за все, национальная самосвядомость про дробязи особистых успоминов, историй, песен. Про свое место у свете, про отношения с людьми, с рычаисностью, родной природой режиссер-постановщик Александр Марченко рассказал на мове белорусского фольклору и урывков с белорусской классичной литературы. Модная зараз интертекстуальность? Не, нечто большее.
Марченко попереджвае, што хацеў стварыць медытацыю беларускай мовы і літаратуры перад гледачом праз праявы мовы ў яе натуральнай форме. Хто аўтар спектакля – цяжкае пытанне, бо складаўся ён па творчым вопыце народнай артысткі Беларусі Татьяны Мархель і музыканта Дмітрыя Лук'янчыка. Я лічу, што нараджэнне гэтага спектакля пачалося тады, калі упершыню і затым яшчэ пачуў, як Татьяна Рагоровна спявае тыя песні, якія яна спявае, якія яна пачула ад сваёй матулі, якія яны спявалі разам, ну і вось зараз яна іх працягвае спяваць. Дыдактыка – гэта раздзел педагогікі, які раскрывае заканамернасці засваення ведаў, уменняў, навыкаў і фарміравання перакананняў. Менавіта такая дыдактыка Беларусі стала для творчай групы пастаноўкі ключом да таго, каб адчуць прыгажосць роднай мовы і палюбіць яе. На шчырую размову з асобамі, без якіх немагчыма ўявіць сабе сучасную культуру, запрашае камертон. Гэтым разам творчая група праграмы завітала ў госці да народнай артысткі Беларусі Святланы Акружной, якая, дарэчы, заўтра адзначае юбілей. Пра свой лёс, які не раз выпрабоўвала жыццё, а таксама пра творчыя планы, артыстка раскажа заўтра ў 10 гадзін 20 хвілін на тэлеканале «Беларусь-3». Со столицы перенесемся в Гродно, где сегодня глядачов чекает крональный спектакль «Оскар и пани Роза» у постановца Геннадия Мушперта. По его основе одноименный твор сучасного французского письменника и драматурга Эрика Эммануэля Шмидта. Доверливая и сардечная размова с публикой отбывается от имя смяротно хворого хлопчика. Это своего рода заповедная споведь за непростый и глубокий роздум про цену життя и шлях кожного человека до Бога. Расказываем про программы, которые рыхтуются до показу на телеканале «Беларусь-3». Черговый выпуск передачи «Музей Беларуси», присвеченный уникальному музею народной творчести «Бездержский фартушок». Находится установа в вёсцы Бездерж Драгичинского района. Музейная экспозиция налічвае каля 200 самотканых фартухов, ни в один из них не полторая попередні. Разом со стваральниками программы можно будет познакомиться с интерьером селянской хаты, предметами побыту, убачить узоры вязкового одзення. Глядите завтра у 12:25 на «Беларусь-3». Нельга обысці увагу и музей истории белорусского кино, где гэтыми днями аматорам таленту Эрнста Любіша пропонуют персональную ретроспективу под назвой «Король салонной кинокомедии». Показ фильма упрамеркованы до 125 года с дня нараджэння великого кинорежиссера. У программу включены 6 стужек. Сегодня глядачы мают магчимость убачить калядную каску «Крама за углом», герои якой разыгрывают историю одиноких сердцев, что знайшли один одного у самый чаровный вечер года. Далее завитаем у город над Сожем. Сегодня там с фортепианным концертом выступает народный артист Беларуси, лауреат Державной премии Республики Беларусь, профессор Игорь Алоуников. У программе авторского вечера не только несмяротные творы великих классиков Бетховена, Шопена, Чайковского, Скрабина, але и яркие запоминальные уластные фортепианные и органные опрацовки у всем вядомой музыки разных эпох и жанров. И еще одна музычная подея. Сегодня у Белдзяржфілармоніі великий концерт Национального академического народного оркестра имя Иосифа Жиновича. Гэты славуты коллектив является сапраўдным музычным брендом нашей страны. Сегодня на концерте публика почула лепшие творы коллективу, виртуозные инструментальные пьесы, популярные песни из репертуара усіх солистов оркестра, а так само фрагменты буйных концертно-театральных программ. На чарзе цікавыя новины замежжа. Поменять ноги на хвост и отчуть себе жыхару мистичного подводного свету пропануть у акварума китайского города Гуанчжоу. Увасабляться в образ мифичной истоты и затримливать дыхание под водой наведвальника улучшить профессийный инструктор по фридайвингу. Каля года таму кіраўніцтва акварыума прапанавала ёй спачатку паставіць падводнае шоу, а потым адкрыць курсы русалак. Неўзабаве гэты занятак стаў для жанчыны асноўнай працай. Мне падабаецца быць русалкай. Думаю, многія маленькія дзяўчынкі таксама мараць пра гэта. Я лічу, што плаваць як русалка – гэта падобна да фрыдайвінгу, таму выкарыстоўваю іх тэхніку. Курс навучання доўжыцца ад 1 до 3 дзён. У далейшым дзяўчаты выступаюць перад наведвальнікамі акварыума. У вадзе я адчуваю спакой, а сярод марскіх істот я проста шчаслівая. Магчымасць паплаваць побач з імі дорыць адчування камфорту. Дарэчы, курсы русалак у Кітаі становяцца ўсё больш папулярнымі. Сёння Дадалі трэніруе ўжо больш за 100 дзяўчат, каштуе навучанне ад 200 да 570 долараў.
А зараз цікавы анонс для маленькіх гледачоў ад нашага тэлеканала. Разам з праграмай «Калыханка» штовечар «Беларусь-3» прапануе дзеткам падрыхтавацца да сну, напяваючы любімую «Калыханку». Мультфільм таксама абавязковая ўмова кожнай перадачы. Заўтра ў 20:40 чарговы выпуск «Калыханкі» прапануе адправіцца ў краіну небыліц. Не нашы небыліцы! Няня Паліна! Буслік, ну мы ж павінны дзяўчынкам саступаць. Вядома, мы ж джентльмены! Працягвае праграму галерэя славутых імяніннікаў. Пачнём з імя беларускага тэатральнага рэжысёра і актрысы, заслужанага дзеяча мастацтва ў Любові Мазалеўскай, якая з'явілася на свет 114 гадоў таму. Яна працавала ў трупах Коласаўскага і Купалаўскага тэатраў, здымалася ў фільмах, выкладала ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Але галоўнае яе творчае дасягненне – гэта беларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача, арганізатарам якога яна была і які ўзначальвала некалькі гадоў у якасці галоўнага рэжысёра. Наступны імяніннік стаў сімвалам мінулай эпохі, а яго творчасць так і засталася непадуладнай часу. Сёння споўнілася б 79 гадоў паэту, выканаўцу, кампазітару і акцёру Уладзіміру Высоцкаму. У яго кінаскарбонцы больш за 30 роляў, у тым ліку галоўных. У фільмах «Вертыкаль», «Дон Жуан», «Інтервенція», «Сказ пра той, як цар Пётр арапа жаніў» і вядома роля Глеба Жыглова ў серыяле «Места сустрэчы змяніць нельга». Яго тэатрам стаў тэатр на Таганцы, а справай жыцця – песні. Усяго Уладзімір Высоцкі напісаў і выканаў больш за 700 песень. І менавіта дзеля іх многія ў Савецкім Саюзе куплялі свае першыя магнітафоны. Далей звернемся да тэмы мастацтва. Сёння дзень нараджэння рускага мастака 19 стагоддзя аднаго з заснавальнікаў жанру рэалістычнага пейзажу Івана Шышкіна. Яго мастацкай стыхіяй быў лес, сапраўдны рускі з хвоямі, бярозамі і дубамі. Убачаную прыгажосць мастак адлюстроўваў у сваіх палотнах – сасновы бор, жыта, лясныя далі і знакамітая раніца ў сасновым лесе. І яшчэ колькі слоў пра культурныя праекты нашай краіны. Пра такія музычныя калектывы кажуць наш нацыянальны здабытак. Яны працуюць з беларускім фальклорам, і ўсе яны не падобны адзін да аднаго. Усе маюць сваю манеру і свой пазнавальны твар. Так сталася, што для большасці фанатаў «Крыві» твар гурта вызначае яго салістка Вераніка Круглова. Нам пашанцавала сустрэцца з ёй і пагутарыць пра жыццё ў творчасці. Вероника, здравствуйте. Редкая удача встретить сейчас белорусскую рок-княжду в Минске. Наверняка событие, которое вернуло вас в родной город, достаточно серьезное. Сейчас тенденция возрождать старые какие-то проекты. Сейчас возродили мы супольный проект «Коляда-2000». Я с удовольствием приехала покалядовать. Покалядовали. Ну и заодно вот играем концерт с «Криви», конечно же. Насколько я знаю, «Криви» сейчас разбросаны по всему свету. Легко ли удается заниматься совместным творчеством и генерировать идеи, вообще банально просто репетировать совместно? Нелегко, но удается. Но, слава богу, мы все очень мобильны и активны. Мы всегда можем сорваться и друг к другу приехать, прилететь. У нас три девочки. Если мы можем себе позволить расшириться, мы расширяемся. Если нет, то играем втроем. Поэтому даже большие площадки нам удается брать в три горла. Мы даже шутим. 3D. Так. В этом году «Крыви» отмечают юбилей. А как удается со временем поддерживать интерес к группе? Нам повезло, потому что мы были одни из первых здесь в нашей стране. Поэтому группа уже считается культовой. И приятно, что есть поклонники, и любят, и ждут. Конечно, поддерживать легко и просто, потому что мы это все любим. Это прекрасная музыка, которая развивается, которая прошла сама по себе естественный отбор. Фольклор, он с вековой историей, поэтому его можно по-разному исполнять. Можно уйти в глубокий джаз, или хип-хоп, или и фанк, и поп, и рок, естественно. Завтра пойду на рыночек, куплю молодого. Что касается нашего нового альбома женского, мы решили сделать очень нежный альбом, собрать все краски. И оно у нас получается, потому что мало того, что мы из три девочки и три разных поколения, три разные краски. У нас есть прекрасная наша мать троих детей, Анастасия. Я в
постоянном поиске нахожусь, и молодая прекрасная Квалерия, она наша будущая мама. Но самая главная тема – это женщина, это мать, это красота. Вот. Вероника, спасибо вам большое и надеемся до скорых встреч. И покуль это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на телеканале «Беларусь 3».